Первый день зимы отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата, посвященная памяти людей, погибших в результате заражения этим опасным недугом. Главная цель введения этого дня – повышение осведомленности населения о СПИДе и как его избежать. Главный врач городского центра профилактики и борьбы со СПИДом рассказал о реальной статистике заболевания в Одессе. По оценочным данным, по оценочному числу, которое в Одессе поражено ВИЧ-инфекцией, это около 14 тысяч человек. Сегодня, которые знают о своем состоянии, это около 12 тысяч человек, то есть в состоянии статуса ВИЧ-инфекции. В Украине общее количество инфицированных составляет от 479 до 820 тысяч человек. Виталий Новосвитный говорит, что за последние годы было много сделано, прежде всего путем подписанной между городами Украины политической декларации по ВИЧ-СПИДу, которая предусматривает ускоренную борьбу с ВИЧ и прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году. Крупные города, миллионники подключились к программе быстрого ответа на эпидемию ВИЧ-инфекции и СПИДа. Таких городов очень много. Одесса в Украине – это второй город после Киева, который подключил и выполнил свое обязательство по отношению к этим показателям, которым я сказал выше – 90-90-90. На сегодняшний день из людей, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, более 95%, 95%, я повторяюсь, процентов, люди все взяты под медицинское наблюдение.